Добрый день, меня зовут Борис Куприянов, я работаю в магазине «Фаланстер» в Московском городском библиотечном центре. «Авангард» — это то, чем мы должны и можем гордиться по праву. В Москве, в России и в Москве особенно сохранилось огромное количество памятников «Авангарда». Не всегда они находятся в соответствующем своему статусу положения. Все европейцы, которые приезжают в Россию, по крайней мере, развитые европейцы, посещают такие памятники и знают таких памятников «Авангарда», которые есть у нас, как Шуховская башня, дом Наркомфина, дом Мельникова и так далее. Очень здорово, что проект «Центр авангарда» открылся в одной из районных библиотек. Эта районная библиотека находится в потрясающей застройке 20-х годов рядом с Серпуховским валом. Мне кажется, что очень важно, что этот проект будет существовать за деньги горожан, а не только за деньги, которые выделяет Департамент культуры или какие-то другие организации. Мне кажется, что мы с вами, горожане, люди, которые ценят и любят «Авангард», люди, которые ценят и любят свои корни, должны поддержать этот проект. Спасибо большое.